Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Jurassic Park, Jurassic World, спустя целый месяц передышки. И, собственно, что у нас произошло за этот месяц? Я немножко прокачался, я немножко поднакопил ресурсов. У меня появились многие новые дино. Вот для примера, у меня появился вот такой вот Доминус Рекс 30 левела. 1.30, 1.10. Вот такой вот красавчик у меня. Куча-куча всего нового появилось. Но об этом мы уже будем смотреть, потому что я сейчас сходу, конечно же, не вспомню все. Достаточно много всего поменялось, много чего появилось. Давайте глянем, что у нас тут, курсы какие. Ничего интересного. Нет. Хотя вот этот вариант неплохой. Но у меня очень мало еды. Поэтому мы выделываться не будем пока что. Вот, у меня крутозавр появился, кстати говоря. Вот он, красавчик такой, вот. Попутно я все ожидаю, у меня вот сейчас... О, уже бесплатно появилось, отлично. Давайте, соберем. Это у нас кто? Это унайзавр, кстати говоря. У меня, по-моему, уже... А, нет, у меня 30-го. Все, ну ладно, давайте его покормим. Пускай у нас 10-го левела будет. Я, кстати, их открыл. Вроде как у меня теперь унайзавр. Вроде бы как... Теперь я могу его выводить. Что-то я подзабыл немножко, ну ладно. У меня птеранодон 40-го левела теперь есть. А вот он один, 40-го. Больше я пока его не буду выводить. Хотя, наверное, выведу, потому что... А нет, вот унайзавр есть. У меня, кстати, халявный. Давайте мы его выведем. Поставим, пускай выводится. Все отлично. Один день будет выводиться. Замечательно. Так, по водным. Я не помню, у меня вот этот был нет до этого. Но, тем не менее, что-то у меня появилось. У меня вот появился. Вот такой вот красавчик. Это чего? Это забрать. Во. Вот такой вот. Зверюга достаточно сильная, неплохой танк. Что еще? Вот такая зверюга у меня появилась. Блин, вот эта черепашка, вот эта плоская черепашка, это просто вообще, это нечто. Там такое творить на арене, ё-моё. Ну, да ладно. Это мы все будем смотреть, посмотрим, увидим и так далее. Значит, сейчас у нас что по событиям? Нам нужно 15 динозавров 40-го левела вывести, это мы будем выводить. И у нас схватки. Значит, схватки у нас... Ага. Диди Курус. А тут кто у нас VIP? И тут какой-то ништяки у нас выпадут. Так, ну, давайте попробуем, наверное, VIP. Вот так вот сходу. Так, бац, и VIP. Ага. Достаточно. Первая волна достаточно слабая. Давайте выберем кого-нибудь такого, кто у нас сильненький. Я предлагаю взять вот Зухабима. Я предлагаю взять... Нет, я предлагаю взять Алангазавра. Зухамима. И ну давайте Димитродона, наверное. Я думаю, ребята, серьезные ребята справятся. И, наверное, мы брать его не будем. Пойдем вот так, двоечка. Не хочу его просто брать сейчас и расходовать, соответственно, наших динозавриков. Зачем нам восстанавливать их и так далее. Значит, талангозавра сейчас у нас не станет, скорее всего. Нет, смотрите-ка. Не пошел в атаку, это замечательно. Это отлично. Так, Димитродон. Две атаки всего-навсего у него может быть. Ну. Так. Две. Он, скорее всего, тоже один на деф поставил, либо два на деф. Один на деф и один на разгоне у него по-любому. Нет! Да что там такое? Боится, что ли? Так, три атаки из трех. Отлично. Чудес он нам больше не сделает. Значит, забираем Димитродона. Сейчас у него, он беззащитный абсолютно, поэтому делаем раз, кусь. Два куся не хватит, представьте. Чуть-чуть не хватает, чуть-чуть, ну ладно. Не страшно, на самом деле. У нас Алангазавр на разгоне, Зухамим справится. Зухамим у нас вообще молодец. И самое обидное, что Зухамима я не могу больше вывести пока что. Я хотел слияние сделать, но у меня пока он еще закрыт. Он на 50 каком-то левеле вроде открывается. Но не страшно. Так. Это ты что такого удумал, а? Ты мне это брось такое. Давай такой. У него 3 дефа, да? 4 дефа. А ты что такой сегодня скромненький-то, а? Хорошо. Бей. Что ты скромничает? А что ты скромничаешь? А что ты скромничаешь, я не понял. Лады. Бей. Не бьет. Не, мы его будем ковырять. Мало ли. Ты глупый.
Я не понимаю его логики. Короче, мы сейчас переходим в решительное наступление. А, нет, нормально. Ну, в принципе, да. Мы переходим в решительное наступление, но другим динозаврикам. Он у нас теперь остался беззащитный абсолютно. Так. Я думаю, мы тебя заберем раз, два, за три куся. Сделаем раз, два, три дефа. И сделаем два на разгон. Нам этого вполне должно хватить. Я, честно говоря, не посмотрел, насколько силен топиалозавр. Нет, он, в принципе, слабенький, нормально. Я не понял, какой у него дамаг. Сделал 4 атаки. Тоже нормально. 3 атаки, хорошо. Один на дефе. Отлично. Даже если один на дефе, 5 атак нам хватит пробить его. Все, забираем. Значит, первый уходит нокаут. Первый раунд за нами. Осталось всего 4. Так, отлично. Ну, скажем так, разогревочный. Разогревочный. Просто-напросто чуть-чуть мы, так скажем, поспоминали, как воевать. Потому что, как оказалось, мой великий нубук, которому уже лет так цать, он кое-как тянул эту игру на самом деле. Так, а тут я предлагаю взять, наверное, уже Димитродона. Димитродона. Наверное, даже мы знаете, как сделаем. Мы, наверное, вот так сделаем и вот так. И, наверное, надо бы нам кого-то бы еще. Так. Терезинозавра давайте. Потом мы возьмем. А я вот даже не знаю, кого взять. Унайзавра. И Димитродона. Я пока не хочу сильных выпускать. Реально не хочу. Сильные это сильные. Они нам еще впереди пригодятся. Сейчас пока бои такие слабенькие. Хотя уже доставляет массу неудобств. Вот заметьте. Ну, конечно. Началось. Да, почему нет? Да, конечно. Давай еще. Конечно, Зухамим. Вот если я хочу такого, только 40-го. Ладно. Так. Так вот, я к чему? У меня, оказывается, мой старинный ноутбук, он, знаете, такая покадровая съемка была, и такое ощущение, что кадр возвращался назад всегда. Так, он у нас беззащитный. Он провел 2 атаки из 2. Мы, наверное, сделаем вот таким образом. У этого, как ни крути, чуть-чуть побольше дамага. И мы, наверное, сделаем вот так. Так, забираем. Хорошо, замечательно, Зухамим в отключке, а перед этими у нас преимущество, и довольно такое неплохое. За 2 атаки мы будем их забирать. Делал 3 атаки. 1 атака, 2 на дефе, представим, да? А 2 на деф он вряд ли поставит. Он поставит, скорее всего, на деф 1. Но, тем не менее, мы борзеть не будем. Мы сделаем вот так. Да, он 1 на деф, потому что он без бонуса, соответственно, он будет разгоняться. За 3 атаки он нас не заберет. Так, 1 на... Вот теперь у него 1 на дефе точно. Значит, нам нужно пройти 2 атаки красивых. 3 атаки. 1, 2, 3... И вот так вот. Просто вот так вот. Все. Забрали Пахицератопса. И лабиринтозавр опять прискакал. В лабиринте погулял. Прискакал. Так, один на дефе. Отлично. 3 атаки нам хватит. Все. Забрали. Второй раунд за нами. Отлично. Все хорошо. Все просто замечательно. Во. Так. Блин, как тут все так гладко, так прикольно. Все... Блин, мне нравится. И после ноутбука, который едва-едва тянул, он так классно, так как-то приятно глазу. Так, во, вот тут я уже могу немножко повыеживаться. Опять же, мне не нравится тиранозавр. Угу. Ну, диморфодон и скафагнат у нас довольно сильные. Это пойдет как танк. Так, как бы лучше делать? Давайте мы, наверное, микропозавра возьмем, прослоечку, и диморфодона на добивание. Поехали. Я думаю, мы справимся. Мы молодцы. Мы бойцы опытные. Проигрывать мы профессионально умеем. Идем на разгон, и сейчас поставить тиранозавра. Один удар тиранозавра мы выдержим смело. Опа! Вот это ты меня сейчас удивил. Ты дурачок? Раз, два, три. Удивил, удивил. Реально удивил. Так, тиранозавр, сейчас у нас съест. Ага, ничего себе, я ему даже, кажется, один удар не выдержал. А зачем он так сделал тогда, вообще непонятно. Так, одна атака, один на дефе. Но у нас есть преимущество, у нас микропозавр достаточно силен. Но двумя атаками мы его не заберем. Так.
Так, так, так. А если он на разгон пошел, давайте мы вот так вот. Аккуратненько. Просто аккуратненько делаем. Нет, он пошел на деф. Все, одну атаку выдержим. Но он делает замену, да? Да, конечно, сделает. Че бы ему не сделать ее? Делает две атаки. Я тебе говорю. Не делает. Плохо. Он на дефе. А дефа сыграет. Да. На дефа. Ну, один, одну очку, понятно. Три атаки, а мы все равно не выдержим. Надо было все отдавать в очки. Так, хорошо. Диплотатор. Соответственно, у него сейчас один на дефе. Ага, у нас 7 очков. Хорошо. Намек понял, не дурак. Раз, два, три. И один на деф. Дальше мы делаем вот так. В три дефа уходим. Чтобы выдержать удар тиранозавра. Тиранозавр, сволочь, такая. Если он сделает 4 атаки, это будет отлично. Сделаешь 4 атаки? Отлично! Ой, ты мой хороший, а! Ой, ты мой ужин-то, а! Шашлык ты мой ходячий! На! Все, на шашлыки забираем. Я вот тебе такого уже хочу. У меня один есть и вылупляется. Скоро поставлю второго, чуть попозже. Пока все слоты заняты. Поэтому чуть-чуть попозже я его поставлю. Так. Отлично. Третий будет за нами. Четвертый. Так, я не хочу индоминусов до последнего использовать. Реально не хочу. А что если мы... Блин, не потянет. Индоминуса надо брать. Нет у меня такого, кем бы можно было подзаменить. Давайте вот так, так. И все-таки индоминуса надо брать. Ставка. Вот его 600. В принципе, да, вот на этих двух ставочка пойдет. Должны справиться, должны. Он, скорее всего, сейчас делает первую замену. Хотя не факт. Двумя атаками он меня заберет. Да и плевать. Попробуем. Может быть, сработает. Отлично, замена. Одну атаку выдержим. Но он... Ох ты. Ох ты. А я думал, на деф сыграет. Ладно. Микропозаврик 20 левела. Чистый разгон. Две атаки. Все, он беззащитный. Хорош. А, красавец-то мой. Так. 6, 6. Он беззащитный и 6, ага. Надо вот этого брать. Потому что крутозавр с этими справится легко. Раз, два. Вот так, давайте адефа сыграем. Индоминус Рекс должен выдержать. Индоминус против Индоминуса, худо-бедно, он выдержать должен. Я надеюсь. Да, выдержит. Уж одну атаку точно, он в принципе две атаки бы выдержал. Отлично, молодц. Блин, какой ты молодец сегодня, а? Делаем раз, два, три. И на разгон. Все, мы индоминуса размениваем на крутозавра. Этого забираем. Нашего размениваем. И выходим крутозавриком. И просто жрем приатрадона. Так. Ну-ка. Три атаки. Три из четырех. Понял. Три из четырех понял. Один на дефе. А какая нам разница? Мы еще так сидим. Все. Четвертый бой за нами. Нормально. Хорошо-то как? Вы смотрите-ка, а? Не потерял сноровку, не потерял совершенно. Хотя я таких боях там супер-пупер не участвовал. Я пытался, конечно, но довольно тяжело это было. Но я тренировался все равно, я в форме себя поддерживал, да. По-другому-то как? Так, вот теперь самое интересное. Вот я вот этого себе хочу. Вот у меня Зухамима как раз не хватает. И Карна Раптора я хочу. Карна у меня, кстати говоря... А давайте я пока не забыл. Карна. У меня Карна прокачанный. Где? Вот он, Карна. А что у меня? А, пирораптор нужен. Четыре штуки. Они закрыты. Блин, они... они закрыты. Я вспомнил, почему у меня тормознулось. У меня даже Лазарик он. Какой красивый теперь есть. Так, ладно, возвращаемся к нашим схваткам. Ну-ка, удиви. Как бы с тобой лучше пообщаться? Индоминус достаточно серьезно. Зверюга в данном случае. 1600 будет, если я сейчас поставлю его апатозавром. А,
Патазавра он реально сожрет. Но вариантов шибко-то нету. Давайте пробовать таким образом. Расклад достаточно крутой. Вот так пойдем. Пойдем таким образом, потому что реально расклад очень серьезный. И, честно говоря, я немножко его побаиваюсь. Так, побаиваюсь не в том плане, что боюсь, а в том плане, что реально мы первого динозавра можем просто потерять, если он делает две атаки. А он их... Нет, делает одну. Хорошо. Это значит, по очкам мы довольно нехило выигрываем. Так, еще одну он не выдержит. Все, значит, полный разгон. Смысла нету деф делать. Так. А ты сделаешь три атаки? Сделай! Ой, какой ты молодец, блин! Хвалю! Так. Тиранодон. Вот перчик у меня красавчик просто. Так, значит, и доминус у нас беззащитный. Раз, два, три. Зухариптера мы немножечко опасаемся. Поэтому мы сделаем раз, два и вот так вот. Одну атаку мы выдержим от Зухариптера. У него там тоже что-то около 800, по-моему, да, дамаг? Да, около 800. Тоже достаточно такая серьезная махина. Опа. Отвратительно. Отвратительно. Отвратительно! На. Так. А давай ты не будешь бить, а? Или ты давай 6 атак сделаешь? Хе-хе-хе, лошара. Ну как лошара? Тоже ничего хорошего. Ну, по крайней мере, он без защиты, а мы полностью заряженные. Так. Раз. Два. Раз, два, три. И вот так вот. То вдруг он все 4 дефа поставит. Чтобы тремя атаками, вернее, тремя очками, мы смогли его добить. Тут-то мы выдержим одну атаку смело. Ой, ну, Карнораптор, он, конечно, красавец, красавец. Ничего не скажем, он реальный красавец. Две атаки, два на дефе. Нормально, у нас будет все. Все, VIP-события наши забрали. Хорош. Я даже не буду пропускать, мне просто нравится он так башит. Раз, два, три. Хорош, 17,5 косарей. Нормально. Не, ну все-таки, блин, ну Индоминус Рекс, это, конечно, зверюга та еще. Это не Юдон, конечно, но его я пока даже близко я его не вижу. Я его хочу. Ну, я его реально даже близко не вижу. О, Димитродон. А он мне, кстати, нужен. Потому что у меня Димитродон 30 левела. А это не очень хорошо. Нам бы его 40-го, да, 40-го бы сделать. Так, давайте глянем, что у нас на следующее пойдет. Под... Ух ты ж, ё-моё. Это круто. Это зашибись. Реально у нас будет воевать. Раз, два, раз, два. То есть, реально, у нас вот эти вот будут три штуки воевать все время. Да. Так, ладно, три дня есть. Посмотрим, что мы можем вывести, улучшить и так далее. Кстати, а что мы можем вывести, улучшить? Ни черта, по-моему. Аммонит есть у меня? Нет. Че ты мне закрыл-то? Зачем? Бакулит нас не спасет. Так, а что у нас с Мегалодоном? Я боюсь, у нас тоже сильно-то не спасет. Так, ну, блин. Ну, ладно. Это мы подумаем. У нас 3 дня есть. Сейчас мы расписание будем строить таким образом, чтобы нам Far Cry Primal попроходить. Соответственно, грубо говоря, через день у нас это что-то появится. Так, я постараюсь что-нибудь там придумать. Вот такой вот нехитрый у нас получился бой для разогрева сегодня серия. Поспоминать, что к чему, зачем, почему и так далее. В принципе, довольно удачно. Мы вообще молодцы, мы справились. Ну что ж, давайте на этом мы закончим. Я тут на превьюшку возьму какой-нибудь красивый Дина. Кстати говоря, так, нет, не сюда. Димитродон, давайте глянем. Я хочу посмотреть Димитродон. Так, а у меня 1.30, да. И тут один. То есть он нас сильно не спасет. О, Мейнгазар, смотрите, пережовки продают. Так, Карнотавр у меня есть, Ютараптор. Так, Зухариптер я хотел. Зухариптер. Это, по-моему, у нас... Нет. Сейчас давайте посмотрим, из кого он делается. Я реально не помню. Да что, парюсь. Я давайте вот так вот. Я хочу Зухариптера. Это реально махина такая, что, блин, просто все хвалят. Вот это у нас почти готов.
гигу я делаю. Скалозавр, в принципе, по-моему, могу, да, покупать его? Да, он у меня есть. Я его могу сделать, я его буду делать. Так, соответственно, гигу я могу покупать, он у меня есть, это без проблем. И все-таки, вот, Зухариптер. Да, у меня Джунгариптер есть, у меня с Зухомимом проблема, я его реально не могу купить. Мне нужно всего две ш... А, я могу его уже купить? Ха! Отлично. Отлично, ребята, отлично, отлично, отлично. Замечательно. Значит, мы в скором времени увидим Зухариптера. Ну что ж, на этом давайте мы закончим. Все ссылки будут в описании под видео. А ты с кого превращаешься? А почему у меня колбаринха нету? А что это так получилось? А, надо колбаринха вывести. Вот, в общем, все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Также не забывайте писать комментарии и вступайте в паблик ВКонтакте. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, всем пока.